Я ожидал, что, в принципе, крепкий, что боец будет. Еще он вес не сделал, он большой был чересчур. Я даже, если когда корпус хватал, я многих переводил бы спокойно. Я чувствовал, он под 90 точно весит. По идее, вообще, лучшая сторона меня была отказаться от боя. Как бы. Он 2 килограмма не сделал, это как бы в профессиональном виде, в таком уровне, это чувствуется сильно. Непростая, но трудовая победа. Я очень рад, что победил. Очередной досрочно. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой TrueGym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно.
Всем добра и удачи. Пока.